Вот такой мой первый шаурма, блин, комом. И получился. Между прочим, вкусно. Медленно шинкуют, но очень-очень тоненько. Если, например, капуста, нужно нашинковать капусту для шаурмы или для нежного салатика такого, то это самое то. Потому что шинкует она очень тонко, но медленно. Так, капуста мелко нашинкована, теперь огурцы нужно порезать полосочками тоненькими. И можно прям такими полосочками их потом ложить в шаурму. Получается прям как по-китайски. Ну вот так вот. Вот огурцы порезаны. Режутся они так тонко, что даже просвечивают вот насквозь. Так что вот это вот для шаурмы самое подходящее для нарезки огурцов. Теперь нужно порезать помидоры. Попробую это. Не знаю, получится у меня или нет. Как-то не очень. Так, это ложка тоненько так. Вообще лучше брать помидоры черри. Они как бы маленькие и для укуса самое удобное для шаурмы. Ну, эти можно порезать на половинки, так вот тоже не будет отлично. И на четвертинки. Теперь нарезать морковку. Тоненько. Вот так вот. Теперь нужно нашинковать лук. Помельче, потоньше и помельче. И добавить туда же капусту. Заправить майонезом. И еще, конечно же, для шаурмы потребуется лаваш. Ну вот курица порезана мелкими кубиками. Сейчас будем все это заворачивать. Вот достаем лаваш. Он здесь довольно-таки тонкий. И мягкий, как я уже сказала. Расстилаем его. На столе. И намазываем его соусом. Либо майонезом, либо смесью сметаны и майонез. Далее намазать нужно сметаной просто. Далее ломтики огурцов, помидоров и мясо. Дальше мясо. Выкладываем тоже. За себя не жалеем. Побольше. Чтобы он был жирнее, такой потолще, пожирнее. И все это желательно делать на ночь. Перед сном. Ну, как я люблю, многие любят. Вот. Ну, толстым-толстым слоем, короче, вот так вот. Ну, дальше все просто. Заворачиваем. Вот так вот лавашик. Подворачиваем с обеих сторон. Вот так вот. Тоже. И вот так вот заворачиваем таким широким блином с начинкой. Он у меня уже порвался. Не, все-таки начинки надо было поменьше ложить. В общем, что теперь? Теперь мы этот лаваш на 2 минуты в микроволновку. Либо на сухую сковородку, без жира. И можно кушать. Ну, как-то вытекает оттуда. Вот, все это. Сочная великолепие. Да, она такая получилась. Очень сочная и мягкая. Пачки облив. Кстати говоря. Вот такой мой первый шаурма, блин, комом. И получился. Между прочим, вкусно. Маловато, то есть многовато. Надо же что-то там. Надо было что-то одно. Либо на салат, либо не заправлять капусту ничем. Оставить ее сухой. А вот просто смазать лаваш. Тогда было бы все нормально. Но все равно вкусно. Очень сочная, вкусная шаурма. Главное по-быстрому. Вот. Ну, конечно, домашняя курочка вкуснее, чем эта птица по-монастырски. Ну, а зато быстро. В следующий раз буду сама жарить курицу, наверное.